краткие отрывки из жизни Севастьянова Михаила, ученика, прошедшего гимназический путь длиною в 10,5 лет, имеющего свою форму успеха. Как это начиналось? С самого детства в гимназии Михаила знали все. Это был заядлый нарушитель дисциплины. Во время перемен он неистово бегал по школе, раздавая щелчки и подзатыльники попадавшимся на его пути ребятам. На уроках Миша не проявлял активность, инициативу и предприимчивость при выполнении заданий. Очередного визита отца в школу состоялся разговор. Только раз ты можешь объяснить, ты вообще ничего не понимаешь. Опять делаешь невинное лицо. И тут наш Миша призадумался, какие пути ему откроются, если он послушает отца. Я могу стать богатым бизнесменом и помогать людям. Я могу стать известным музыкантом. Thank you.
астрофизики, любитель экстремальных видов спорта, прыжки с парашютом, параплан, водные виды спорта, дайвинг, умелец на все руки, директор-дублер, лидер, просто хороший парень и надежный друг.